Так, ну что, проводим эксперимент с Пашот. У меня тут две кастрюльки. В этой кастрюльке есть немного уксуса, а в этой кастрюльке нет ничего. Это просто кипящая вода. Сделаем так, чтобы не сильно кипела она. В общем, раньше я всегда думала, что Пашот можно сделать, закрутив как-то вот так вот. Сделав такую воронку. Потом влив в середину яйцо, и оно там должно как-то так все сгруппироваться и не растекаться. У меня всегда оно соплями растекалось по всей кастрюле, никогда не получалось, поэтому я перестала так делать. И однажды оказалась у подруги в гостях, и она пашот сделала очень быстро и просто, она просто выбила его в кастрюлю. Меня это так удивило. Но нет, она не просто, она сначала его выбила в такую мисочку маленькую, а потом из мисочки аккуратно яйцо соскользнуло в кастрюльку. Вот и весь фокус. Потому что вот это все не разлеталось, буквально аккуратно вилкой можно подправить края и подвинуть один раз или два раза яйцо, чтобы оно не прилипло, и все. Значит, зачем я две кастрюли взяла в этот раз? Потому что мне всегда было интересно проверить, что будет, если сварить пашот без уксуса. Имеет ли какое-то значение уксус? Вот мы с вами проверим. Мне кажется, что без уксуса оно расползется по всей кастрюле. Не знаю, так ли это. Ну, в общем, можем даже вот расколотить его. Так, сначала. Вот такой у нас тестовая кастрюля. Получится. А теперь вот сюда я даже добавлю сразу второе. Я так делаю. Я не пользуюсь мисочкой обычно. Я просто аккуратно выбиваю яйцо прямо в кастрюлю. Иногда туда попадает скорлупа. Может, это не очень красиво, но я не люблю потом лишнее. В общем, просто. Это здесь слишком много мяса. Хорошо, хорошо. Все, мои яйца варятся. Ну, то, кстати, тоже не сильно разлетелось. Смотрите, как аккуратненько. Но все равно вода более мутная, чем в этой кастрюле. Все. Теперь мы ждем, пока они сварятся. Можно засекать время, но яйца обычно разного размера и варятся поэтому разное время. Поэтому я не засекаю время, обычно это около там 2-3 минут на яйцо. Его, когда кажется, что вот оно уже должно быть готово, когда видно, что белок схватился, сварился, я его достаю и пробую, желток еще жидкий или нет. Потому что в яйцах пашот, конечно, самое приятное это разрезать его и оттуда вытечет желточек. Так, ну все, прошло около 2 минут. Яйца просто варились, вот я его достаю. Мама. Сливаю водичку. Отлично получилось. Так. Можно забирать уже, в принципе. И второе сейчас проверю. Может быть, я их сделаю на время. Это еще немножко жидковатое. Так, а что с этим у нас происходит? Это, в общем, тоже неплохое получилось, но единственное, что у него больше каких-то соплей, и так тяжело, мне кажется, сварить два сразу. Я не пробовала, но если бросить два сразу, мне кажется, они перемешаются очень сильно. Но тоже нормально, никакого ни уксуса, ничего вообще не надо, очень быстро. Можно их так наверх положить. Проверим, что получилось. Опа. Приятного аппетита!